мы отряды Путина. Предлагаем выкупить несколько Бермудских островов, чтобы там у нас были санатории, профилактории, чтобы могли наши ребята, наши жители страны отдыхать, и мы отряды Путина туда с удовольствием поедем. Потому что там круглогодичная температура 28-26 градусов. Нас это устраивает. А у нас на Кубани мы можем только отдыхать в летний период. Можем предложить жителям этих островов референдум. Может быть, они не согласятся быть частью нашей страны. И все у нас будет здорово. Я бы с удовольствием съездила на Бермудские острова и отдохнула в круглогодичном теплом климате. Я думаю, что референдум будет более удачное решение. Народ, который там живет, они очень, думаю, близкие нам и поддержат эту идею. Многие люди боятся Бермудский треугольник, потому что много было литературы о том, как там тяжело жить. Но я думаю, что все будет хорошо, наши люди туда придут, и будет все прекрасно. Россия все победит. Эти острова далеко от России, но тем не менее, я бы туда поехала, как многие наши граждане. Отдохнула бы, потому что там будет рублевая зона, будет все прекрасно. Климат, дружелюбный народ. В общем, все замечательно будет. Бермудами находится Куба. Все знают, насколько она гостеприимна. И мы все с удовольствием поедем и на Кубу, и поставят потом базы военные наши. И все будет прекрасно, все будут довольны. Никто ничего не будет бояться. И мы заживем все вместе, дружно. Бермуды – это хорошо. Наша страна считается и северная, а в Бермудах у нас будет тепло, сухо, и мы все поедем туда отдыхать. С удовольствием поехали на Бермудские острова. Я бы взяла всю свою семью, и внучку, и внука, и мужа, и с удовольствием бы отдыхали. Там гостиницы, чтобы наши были, чтобы на русском языке все говорили. И мы, конечно, добьемся и победим.